Всем привет, ребята! Сегодня готовлю по просьбе Светланы и Игоря, моих подписчиков, готовлю драники. Попросила Света показать, как я делаю драники. Ну что ж, будем делать. Я уже приготовила картошки. Вот здесь вот. Так, это у меня заодно варится креветочный супчик сырный. Очень вкусный такой. Заодно будем готовить и супчик, и драники. У меня вот есть две таких картошки. Вот я почистила их и положила, чтобы они чуть-чуть обсохли. Так, а это для супа. Значит, все сразу. Для супчика сейчас поджарим лучок. Поджарим на сливочном маслице, потому что он сырный, как бы с таким вот сливочным вкусом будет. Маслица. Кусочки, я думаю, хватит нам такой. Сам по себе сырок тоже жирненький. Так что так, нам надо порезать лучок. У меня есть рецепт. Я уже готовила. Есть видео с сырным супчиком. Ну, я так попутно. Значит, у меня поджарилась этот лучок поджарился. Вот. Сейчас морковку еще вот так положим. Поджариваю на сливочном маслице. Пока туда-сюда, в общем, я немножко не успела. Ребята, думала, снимается видео, а оказывается, я не включила. Ну ладно, теперь приходится все сначала рассказывать. Я тут, как всегда, распинаюсь, а камера не включена. Ну, ничего. В общем, здесь кипит наш супчик. Здесь у нас картошечка варится и сырой лучок. А здесь у нас поджарился чуть-чуть лучок, подзолотился так. И сейчас морковочку чуть-чуть так припустим, чтобы она отдала свой цвет маслу. Я люблю, когда супчик такой желтенький. Вот. Так, в принципе, то и все. Сейчас переходим к драникам. Видео рецепт супа у меня есть на канале, так что особо внимания не буду уделять ему. А драники, вот. Так. Супчик пахнет креветками, обалдейка. Так, что нам надо для драников? Лиза, не мешай. Здесь у нас бульончик же у нас готов. Просто картошечка. Картошечка уже сварилась, поэтому зажарочку мы сразу высыпаем в супчик. Вот так вот. Все, порядок, пускай кипит. А мы сейчас приготовим сырочек. Ладно, сейчас закончу с супом, а тогда уже будут драники. Сырочка положу побольше. Будет вкусненький такой. Не пожалею. Хочу сразу укусить. Очень вкусный сыр белорусский, как и все продукты, очень нравится. Так, порежу на такие вот кубики. Будет сырненький креветочный супчик.
сырочек в супчик. Вот так кусочками. Супчик густенький такой. Я положила побольше картошечки. Вот. А пахнет креветками, Лёшка? Нет еще. Как нет? Вот так. Здесь плохо. Здесь высоко. А, там Лёшка высоко забрался. Так, пускай разваривается супчик. Ой, сырочек, супчик, говорю. Сейчас он будет кипеть и потихонечку разварится. Чуть побольше. Я быстренько сбегала на огород, нарвала зелени, петрушечки и укропчика для супчика. Так пахнет вообще. Что значит зелень с огорода? Морепродукты вообще любят вот укроп, петрушечку. Какой беленький стал, красивый, как красиво булькает. Так, лавровый листочек, моя приправка и перчик. Так вот. И зеленушку. А уже красивый какой стал, да? Видно? Вот, сырок растворился. Надо попробовать. А то я на соли не попробовала. Лёшек работает. Люстру надо вторую вешать, а то здесь темновато. На соль что надо. Солить не буду. Так, ну вот и все. Выключаем. Суп готов. Так, все. Драники. Нам понадобится пару яиц. Драники я делаю с творогом. Когда я вышла замуж, мне было сколько? Ну, почти 18, я говорила. Вот. И мы поехали на Западную Украину к родителям мужа. Свекровь моя приготовила драники. Ребята, как же это вкусно было! Драники она приготовила с творогом. Я до этого, мама моя не готовила, я не ела драники. Я просто от них была в восторге. Драники на домашних яйцах с домашним творогом и с домашней сметанкой. У них коровка была. Как же это было вкусно. Ладно, хорош базарить. Надо тереть нам картошку. Картошку тру вот на этой терочке. Вот такой вот. На такой лохматой. Специально выбрала большую картошку, чтобы было удобно тереть. Ладно, тру. Поработай. Ну, пойди поработай. Ребята,
Пришла соседка. Пришла просто, говорит, посижу, поболтаю немножко. Ну, я все отставила, и картошка моя немножко потемнела. Ну, ладно, это не так важно. Я с нее слила водичку, сок этот картофельный. Нормальная картошка, вон. Свет, думаю, горит мне. Значит, что нам надо? Сюда мой творог. Творог белорусский, хороший. Мне нравится очень. Вообще белорусские продукты классные. Всегда об этом говорю. И не устану, наверное, говорить. Так, солим. Посолим. Так себе. Нормальненько. Так, посолим. И яйцо. Пару яиц. Раз. И белочек сюда. Ту Лешечек. А желточек в творожок. Так, здесь у нас яйцо, соль. Можно положить перчика немножко, можно положить лука, чесночка. Это на ваш вкус. Я не кладу ничего. У меня здесь я просто посолила, положила яйцо и все. Просто картофельные драники. Без чеснока, без лука, без всего. Так, и здесь нам надо размять, тоже подсолить творожок чуть-чуть. И хорошо его размешать с желточком. Желтенький желточек. Ну, вот так вот. Договорились с соседкой поехать за грибами. Ой, меня не видно. Вот, видно. Поедем после обеда за грибами. Говорят, рыжики пошли. Так. Все, нам понадобится масло. Вот оно. Просидели уже время обеда, а мы ля-ляпали все. Боже, ребята, как здорово, я посуду мою в мойке, уже не на улице. А как же, мы вот не замечаем благ вот цивилизации этой, да, но как же плохо без них, когда вот по какой-то причине мы их лишаемся, воды или света, или чего там еще, теплого туалета, как все-таки без них плохо. Ну что, сковородка нагрелась. Вперед. Укладываем первый слой. Вот так вот. Четыре поместится, может. Поместится 4, будет 3. Так, и сюда укладываем творожок.
вкусные будут. И сверху прикрываем опять же картошечкой. Вот так вот. Вот две картошки, а сколько получилось драников? Получится, вернее. Вот так. И накрываем. Чуть-чуть надо пригасить. Вот так, потихоньку, чтобы прожарились. И жарим. Ну что, переворачиваем, наверное. Собрала. Ой, как уже пахнет. Плохо прижарился. Ну что, потом еще перевернем. Ой, хорошо. Так. Ну что? Сейчас посмотрим. Класс. Первые три. Вот, румяненькие такие. Я положу так на тарелочку, чтобы сфотографировать. Хрустящей корочкой. Вот такие большие деревенские. Садимся обедать. Значит, что у нас? Сырный супчик креветочный. Вот такой вот. Драники. Селедочка у меня еще есть. Салка обязательно. Салка с чесночком. С лучком, чесночком. Чесночок тоже обязательно у нас последнее время. Уже давно, да, Лешик? Каждый день у нас чеснок. И я слышала такое, что коронавирус не дружит с чесноком и с жирной пищей. Сало, масло, вот сыр жирный, вот такое вот надо кушать. Все чаще стало попадаться мне на глаза информация об этом. Вот. Так что все, будем кушать. Такой вот у нас обедик. Там у нас еще дожариваются эти драники последние. Получилось, сколько у меня? 3, 6, 9 драников. Вот. Ну, нам хватит с Лешиком. Нам много не надо. И этих обожраться. Так, все, садимся. Все, садимся.